Я знаю, что у Бога не бывает напрасных испытаний или встреч, и из того, что Он нам посылает, мы с мудростью урок должны извлечь. Я верю, что Господь нас укрепляет, не даст сверх сил ни горя, ни скорбей, для жизни вечной нас приготовляет, омыв однажды кровью своей. Я знаю, только Бог нас научает словам «возьми», «спасибо» и «прости», и то, что своей властью допускает, нам суждено без ропота пройти. Я верю, что Господь нас не оставит, и все ко благу нашему дано, но лишь для тех, кто Бога прославляет всей жизнью. Вот условие одно.